сегодня игра сложилась удачно, мы выиграли 2-1. Сумели забить 2 гола в первом тайме, это нам помогло спокойно провести второй тайм и победить в итоге. Какую-то одну причину нельзя назвать, но мы будем разбираться, постараемся решить все проблемы и причины за летние сборы и в следующем году порадовать хорошей игрой и хорошим результатом. Болельщикам хочу пожелать хорошего отпуска, хорошо провести время без команды, которую они сейчас будут проводиться. Пожелать им терпения, поблагодарить за веру, за стойкость, да, за то, что ездили с нами и в Читу, и везде-везде. Спасибо им большое. Спасибо всем болельщикам. За то, что вы верите в нас и в команду.